На сцене Сибайского драматического театра впервые состоялся гала-концерт международного фестиваля оперного искусства «Вива Опера». В столицу Башкирского Зауралья приехали 100 музыкантов, в том числе из Италии, Китая и Японии. Соорганизатором гала-концерта выступила общественная организация «Вперед, Сибай». Вокальные партии под аккомпанемент симфонического оркестра исполнили обладатели специальных призов конкурса вокалистов Международной оперной академии. Японский солист Харуо Каваками, представитель Китая Чэнь Янг Лин, солист Государственного академического Большого театра России Хачатур Бадалян, а также постоянный участник фестиваля, известный во всем мире солист Миланского театра Ла Скала Жан-Лука Пазолини. На гала-концерте прозвучали самые известные шедевры мировой оперной классики. Мне очень нравится принимать участие в этом фестивале. Впервые меня пригласили на него в прошлом году, и зрители приняли меня очень хорошо. Это меня тронуло. Поэтому с удовольствием приехал на фестиваль и в этом году. Я понимаю, что для города Сибай сегодняшний вечер — большое событие. На оперу приходят люди, чтобы мечтать. И сегодня я хочу им это дать. За то, что у нас предоставилась такая возможность побывать на этом замечательном фестивале. Это очень здорово, потому что эмоции просто нельзя взять словами. Это просто надо видеть своими глазами. Так как мы сами вокалисты, нам было очень, конечно, интересно. Хотелось бы тоже побывать бы на их месте. И мы очень благодарны, что они приехали к нам, проделали такой огромный путь. Вот, мы за это благодарны, очень рады. И спасибо им огромное за то, что доставили нам такое удовольствие. Свою историю фестиваль начал в 2007 году, с тех пор стал визитной карточкой Магнитогорского театра оперы и балета. С большой вероятностью подобные вечера станут традицией в столице Башкирского Зауралья.